Друзья, всем привет! Часто слышу от людей, что их боль в суставах связана с погодой, неправильным питанием, да и кто весь день на ногах, боль в суставах им очень хорошо знакома. Предлагаю рецепт от боли в суставах всего из трех простых ингредиентов. Эфирное масло эвкалипта или имбиря, пчелиный воск и третий ингредиент – масло куркумы. Если нет такого масла, добавьте к любому другому растительному маслу пол чайной ложки специй куркумы. У меня растительное обычное масло. Пол чайной ложки куркумы я добавляю и хорошо размешиваю. Получается масло куркумы. Как приготовить мазь? Нужно растопить пчелиный воск и смешать с маслом. На 1 грамм воска 8 грамм масла. Приведу пример. У меня 18 грамм пчелиного воска. 18 умножаю на 8, получается 144 грамма масла куркумы. Если у вас 10 грамм воска, к примеру, умножаем на 8, получается, надо добавить 80 грамм масла куркумы и так далее. После того, когда я смешала воск и масло куркумы, масло охлаждает воск и он берется хлопьями. Нужно 1-2 минуты нагреть опять на огне и получится однородная консистенция. После этого добавить эфирное масло. На 10 грамм мази 1 капля эфирного масла. Мазь готова. Осталось перелить мазь в чистую сухую банку. После того, когда мазь застынет, начинайте втирать. Лучше это делать на ночь и замотать это место полотенцем, бинтом или тряпкой. Мазь через 30 минут уже застывает, приятная на ощупь, пахнет хорошо эвкалиптом. Храню под закрытой крышкой в темном месте в шкафу. Под видео оставлю все пропорции. И в конце этого видео я хочу рассказать о пользе куркумы. О том, что этот солнечный порошок обладает антиоксидантными и антисептическими действиями, знают еще с древних времен. Куркума выводит токсины из организма. Куркуму также используют и в косметических целях. Она прекрасно очищает кожу, улучшает цвет и придает тонус. Ну а о полезных свойствах пчелиного воска и растительных масел, я думаю, вы знаете сами. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте с колокольчиком подписаться на канал, и тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!